Our fans expect us to win the silverware each and every season. And the success starts with the hard, committed training. We will be testing ourselves head-to-head today, challenging each other to be better. We must win, and to win we must be the best versions of ourselves. Andiamo! Commitment! I must see the commitment! Effort at all times. Well done. If we carry this intensity into our next match, we will be very hard to beat. This much I can be sure of. Thank you all. Итак, у нас кубковый футбол, и для нас, комментаторов, это такой же вызов, как и для футболистов. Хочется отработать на самом хорошем уровне. Сказать, что мы ждали этого матча, значит не сказать ничего. Мы точно такие же участники этого футбольного шоу. Антуана Гризмана многие видят чуть ли не будущего Зидана. Хотя, по-моему, это исключительно журналистское преувеличение. Не, ну с Зиданом вообще мало кто может сравниться. Во Франции сейчас вообще много молодых и перспективных игроков. Если они сумеют себя реализовать и в дальнейшем, то сборная у них снова будет претендовать на самые высокие места. Итак, состав Баварии. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. И смотрим на состав Байер.
Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Альянс-Арена – один из новейших стадионов Германии. Он был построен к чемпионату мира 2006 года. Да, действительно, очень современная арена. И тогда на чемпионате мира этот стадион принял 6 матчей. И, кстати, полуфинал Франция-Португалия игрался именно здесь. Началась игра в полуфинальном матче Кубка Германии. Ну что, порадуют нас сегодня команды хорошим футболом? К кубку можно относиться по-разному, но в конечном итоге важно одно. Это дополнительная возможность закончить сезон с трофеем. И когда до финала один шаг, любая команда будет играть только на победу. Так что сегодня нас ждет. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. И пас был замечательный, и реакция на этот пас была просто восхитительная. Шикарный гол. Одну передачу обыграли всю оборону, можно сказать. Итак, мяч в центре поля, Бавария впереди. Ларс Бендер. Алаба. Бавария переходит в атаку. Бендер. Кевин Фон. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Вендел Боржес. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Байер идет в атаку. И подача туда, в сторону ворот. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Штефан Кислинг. Отличный отбор мяча. Тиаго Алькантара. Вот эта передача от Гризмана пошла. И выносит мяч за лицевую защиту. Кимих. Арьен Робин. На Хантера передача. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Тьяго. Бавария на половине соперника. Кевин Фол. Штефан Кислинг. Карим Белорави. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Вполне может Бавария доигрывать эту атаку. Хантер. Удар! Просто потрясающий. Ударище! Точно так же, как ты меня сейчас шокировал, он шокировал всех и голкипера, и болельщиков, и, похоже, тренера. Не думал вратарь, что с такой дистанции кто-то отважится на удар. Знали, ведь знали защитники наверняка, что нельзя ему позволять бить отсюда. Но проспали. Какой удар все-таки? А, пушка страшная. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Бендер. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Алекс Хантер устремляется в атаку. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Джошуа Кимих. Может, пас на ход, может быть интересно. Забирает мяч голкипер. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. И подает штрафную. Мяч у вратаря. Все в порядке.
Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Вендел Боржес. Гризман. Ушел мяч в аут, вбрасывать будет мюнхенская Бавария. Вот это ввод мяча из аута, сразу же соперник. Шанс убежать в контратаку есть у команды. В сторону Баварии сейчас пробьют штрафную. Штефан Кислинг. Джонатан Так. Штефан Кислинг. Кислинг. Белорабим. Вот это да! Отлично сыграно! Рибери. Тут просто подарили мяч соперника. Две минуты добавляются. Видаль. И прекрасный вариант нашел Видаль. Бавария переходит в атаку. Да, после такого тайма главное не думать команде о том, что она уже в финале. Думать с тобой... Второй тайм полуфинального матча Кубка Германии начался. На кону выход в финал, и нужно рисковать обеим командам. Второго шанса уже не будет. Пока неплохо. Защитник тут хорошо поработал, выиграл аут. Видаль. Ариен Робин. Антуан Гризман. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Кевин Фолл. Белорабин. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Рибери. Кевин Фолл. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично сыграно. Надо решать. Нет, не дошел этот пас до адреса. И все-таки атака захлебывается. Ушел мяч за боковую. Байер вбрасывает. А вот и замена в составе мюнхенской Баварии. Свен Бен. Кантер в атакующем рывке. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вендел Боржес. Бендер. Удар. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Здесь прессинг. Гризман. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Бендер. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Нашел Рибери вариант для паса. Может получиться интересно. Классный пас, можно двигаться дальше. Великолепный гол! Вот это да! Хет-трик Алекса Хантера. Да, он сегодня вдоволь поиздевался над обороной соперника и проводит отличный матч. Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Вот эта передача от Гризмана пошла. Получает он эту передачу, может быть опасно. Не точно, да. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ларс Бендер.
15 минут до конца основного времени матча. Гризман. А вот и атака баварцев. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И мяч забирает Рибери. Антуан Гризман. Тимми. Лотарь ждал этого мяча. Кевин Камп. Удается ему остаться с мячом, несмотря на прессинг. Посмотрим за этой атакой. Давид Алаба. Навес в центр штрафной. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Антуан Гризман. Пас на ход партнеру. Получает передать. Ох, здорово Робин сейчас сыграл. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Две минуты добавляют сюда. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. Свисток судьи завершает этот матч. 3-0. Константин, Алекс Хантер, как тебе его игра сегодня? Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Это победа, это заявка на кубок. Ну, о триумфе говорить пока рано. Впереди. This club has always been among the elite. And the elite train harder than the rest. This much is certain. Let's go! I would like to address our passing today. Move the ball, move it quickly and with purpose.
Train hard, play hard, win. It is a simple formula. Thank you for your efforts today. Приветствуем всех, кто решил провести ближайшее время за просмотром самой популярной игры с мячом ногами. Георгий Черданцев и Константин Генич будут вместе с вами следить за происходящим на поле. Сегодня Вольфсбург встречается с мюнхенской Баварией. Пользуются кредитами, в то время как Бавария использует внутренние источники финансирования. Также Бавария отличается от других европейских топ-клубов, потому что контракт с телевидением не является приоритетной частью доходов мюнхенского клуба. Алекс Хантер устремляется в атаку. Какой шанс у Алекса Хантера? Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Рибери. Гризман. Опасно! Гризман! Будет гол! И на свой счет записывает гол Антуан Гризман. Здорово провели атаку. Алекс Хантер тоже в ней принял участие и помог отправить мяч в сетку. Интересная пара в нападении получается. Вместе они сыграли уже 10 матчей, это довольно много, и нашли общий язык между собой. С таким чувством партнера многое в атаке можно изобрести. Посмотрим, как дальше эта пара будет взаимодействовать. Итак, мяч в центре поля, Бавария впереди. Бой Жорж Нтеп. Это может быть опасно. Вот это удар! И забивают они ответный мяч. Как у нас все живо началось, ты только посмотри. Да, классно сыграно. Похоже, нас ждет сегодня очень яркий матч. Верим, надеемся, смотрим. Ну надо же! Казалось, что вратарь сумел отвести угрозу от своих ворот, но мяч отскочил прямо к нападающему. Голкипер сыграл, мягко говоря, не безупречно. Вроде бы и выручил, но тут же подарил мяч сопернику. Бавария идет вперед. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Камач. Выбит мяч из штрафной. Ну, пора подавать. Хорошая игра защитника. Чисто сыгран. Какая техника, как? Прошел пас, можно обострять. Нет гола, мимо ворот мяч проходит. Он вышел один на один, и оставалось только нанести завершающий удар. Он и пробил, но пробил не точно.
Джошуа Кимми. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Тьяго. Рибери. Тут может что-то получиться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную. Йод Гризман. Да, шанс был стопроцентный с такой-то дистанции. На тренере просто нет лица. Нельзя, конечно, разбрасываться такими возможностями. Защита справляется. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Антер. Алан. Посмотрим за этой атакой. Отобран мяч. Надо возвращаться. Тут силовая борьба. Вот это пас. Тьяго Алькантара великолепную передачу сделал. Гризман на убойной позиции. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Неудачно действует Алекс Кантер. Мы ждем от него большего. Его сегодня просто не подпускают к воротам. Он почти не наносил ударов, как мы видим на этом графике. Нужно искать варианты для удара. По-другому эту встречу не выиграть. Алекс Кантер. Франк Рибери. Подает Рибери. Так, вратарь не подвел. Джеффри Брума. Ну, отлично здесь они в контрпрессинге сыграли и отобрали мяч. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Из этой атаки может получиться мяч у вратаря. Все в порядке. На перерыв уходит команды. Пока 1-1. Мюнхенская Бавария начинает вторую половину матча. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Отлично сыграно, надо решать. Майор Гомес. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Пауль Верха. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Проявляет он себя сегодня очень неплохо, уже успел сравнять счеты. Я думаю, что у его команды теперь есть все шансы побороться за победу. Пока неплохо. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Алекс Хантер. Хорошо увидел партнера впереди. Проходит эта передача, может быть опасно. Очень хорошо соперники разобрались в ситуации и заставили мяч вернуть. Отличный рывок Алекса Хантера. Франк Рибери. Гризман. Хантер с мячом. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. 2/3 матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Алекс Хантер оказывается в офсайде. У мюнхенской Баварии замен. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Рибери. И прекрасный вариант нашел Видаль. Робен на убойной позиции. Вратарь! Вот это сейв!
Ушел мяч за боковую, Вольфсбург вбрасывает. Тренер Баварии проводит замену. Джеффри Брума. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Поль Жорж Нтеп. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Бавария идет вперед. Прекрасный пас на ход. Какой шанс у Алекса Хантера. Спасает вратарь свою команду. Хорошая была попытка выскочить к воротам, но не вышло. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Боль Жорж Нтеп. Защита справляется. Есть поддержка партнеров. Следует просто. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Пиерини. Камачо Барно. Хороший пас вверх, он в атаку. Шикарный момент! И счет остается прежним. Замечательно просто играет голкипер. И, похоже, так, наверное, в ничью команда и сыграет. Готовится замена в составе Баварии. Мяч летит в центр штрафной. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Удар! Опасно! Все еще ничья у нас, хотя они увеличивают давление. Чувствую я, гол не за горами. Замена у Вольфсбурга. Камачо Барнола. Пиерини. Даниэль Дидаль. Вот раздастся Фернандо. Нтеп! Полтора часа бились команды, и на табло ничья. Ну что же, я бы сказал так. Хорошему танцору плохая обувь сегодня не помешала. Ну а хорошему комментатору главное, чтобы команды играли хорошо. Это мы сегодня и увидим. We will be sharpening our service from the wings today, gentlemen. Our strikers cannot do their jobs without a superb delivery. You must penetrate. Here we go. Play, play.
your pace. Ritmo, pace. Veloce, veloce! Move off of the ball! You must penetrate. You too, bruv. I think we must both be in trouble. The two of you do not know how happy I am that you have forged such a bond, both on and off the pitch. With this guy, Dina? It's been a pleasure. Yes, Alex has been very privileged to play alongside me. Our pleasure's been all yours, more like, bruv. You know, I must pity any defense that must deal with the two of you before the season is over. Keep up the good work. Killing it, bruv.